9 мая – особенный день. Россияне ждут его с трепетом. И как поется в знаменитой песне, «День Победы» – это действительно радость со слезами на глазах. На лицах людей улыбка от того, что наши предки смогли победить врага. Но в то же время проглядывается печаль по тем, кто не вернулся с фронта. Чтобы вспомнить погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы к мемориальному комплексу защитникам Отечества, на Расторгуевском кладбище состоялся митинг, в котором приняли участие ветераны, жители Ленинского района и представители администрации. Мы, конечно же, отдаем дань памяти и уважения и выражаем огромные слова благодарности нашим ветеранам, жителям Ленинского района. На сегодняшний день их насчитывается более 1500. Особое к ним уважение. Им здоровья хотим пожелать, благополучия и, конечно же, побольше долгих лет жизни. 33 тысячи жителей Ленинского района приняли участие в Великой Отечественной войне. Каждый третий не вернулся с фронта. Эти люди, невзирая на страх, шли защищать свою родину и сумели отстоять победу, чтобы последующие поколения имели возможность наслаждаться миром. Наша главная задача сегодня – это не забывать уроки войны, держать порох сухим, крепить обороноспособность страны, воспитывать и молодежь подрастающего поколения. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, в особенности будущих защитников Отечества, напрямую влияет на то, сможет ли наша страна в случае повторения трагедии в очередной раз доказать, что русский дух сильнее любого противника. И пока мы будем помнить о подвиге наших дедов, сила и сплоченность будут с нами. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.